Я представитель компании Dynamis Technologies. И мы хотели рассказать немножко... так как мы участвуем на данном мероприятии первый раз, мы хотели немножко кратко рассказать о себе и рассказать о опыте внедрения нашего программного продукта на двух организациях. Я думаю, в принципе, будет вам интересно, так как это как раз-таки организации сервисные, то есть основная деятельность которых — это как раз-таки ремонт и обслуживание. Наша компания, она сравнительно молодая, у нас около 8 лет на рынке. У нас есть собственная продуктовая линейка, то есть мы продуктовая компания. У нас есть офисы, в частности, есть офис Казахстана, который находится в Астане. Есть у нас еще офисы в Алмате, в Караганде. И с недавних пор, буквально с прошлого или позапрошлого года, мы выходим на рынок Российской Федерации, и также у нас еще есть проекты в Европе. Если будет интересно, можем поподробнее рассказать. Наш продукт, о котором сегодня я хотела вам рассказать, это программа обеспечения Dynamis YAM. Ну, из названия понятно, да, что эта система относится к системе управления активными предприятиями. В принципе, этот слайд можно будет пропустить, так как здесь расписывается, для кого продукт предназначен. О чем уже говорилось вчера, то что системы класса YAM обычно они есть в двух, так скажем, видах решений. Это в составе комплексных ERP-систем и как отдельные YAM-системы. Ну, как показывает практика, что те системы, модули, которые входят в состав ERP-систем, они, как правило, имеют ограниченную функциональность и ограниченные возможности по развитию системы. Наша система является самостоятельной системой, но имеет опыт интеграции с популярными ERP-системами, в частности, такие как SAP, 1С, Favorit. Целью внедрения, ну, я думаю, давайте, может быть, сразу перейдем к практическим. Наши преимущества, которые мы заявляем, то есть как вообще началась история нашего продукта. У нас был опыт внедрения сторонней компании, российская разработка. Не буду называть названия, но в зале их нет. И у нас возникла там проблема с функциональностью, то есть мы не могли добиться решения всех задач, которые хотел видеть заказчик в системе. Мы выступали в роли интегратора, то есть мы были как посредником между заказчиком и разработчиком. В конечном итоге было принято решение заказчиком, что мы реализуем собственную систему и заменим им ту поставленную, так как ну, мы видели, как можно решить те функциональные требования, которые они предъявляли. А в той системе, которая была поставлена, были собственные ограничения, которые не позволяли этого сделать. В частности, там были проблемы по интеграции и по паспортизации, по-моему, если память не изменяет. Первый проект, о котором мы хотели рассказать, это НИО «Карасу-магистраль». Он проводится у нас сейчас в достаточно активной стадии, то есть это такой проект, который еще в работе. НИОКР — это научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, то есть это такой комплекс работ. Заказчик — это наша национальная компания «Казахстан Теміржолы», то есть аналог РЖД. Генеральный подрядчик является «Транстелеком». И основной объект автоматизации здесь является это дистанции пути, по-старому они называются путевые части ПЧ и центральный аппарат, соответственно. Их основная задача является это ремонт и техническое обслуживание объектов путевого хозяйства и искусственных сооружений. То есть это рельсы, шпалы, скрепления, земляные полотна, мосты, светофоры, ну, то есть полностью железнодорожный путь. Основная цель вообще проекта этого НИОКРа
Это обеспечить планомерный переход от планового ремонта к ремонту по фактическому состоянию. Соответственно, какие цели здесь преследуются? Это экономия бюджетных средств за счет того, что ремонты, те, которые по плану должны состояться, но если объект ремонта еще работоспособен, чтобы не тратить бюджетные средства на этот ремонт, а лучше отремонтировать другой объект, который пусть еще по нормативу не подошел к требуемому виду ремонта, но по состоянию он требует вложений. Направления проекта, которые были выполнены и выполняются в рамках этого проекта, это, ну, если это ремонт по фактическому состоянию, то, соответственно, здесь без диагностики. Тут одна из первых задач – это повышение уровня диагностики для определения фактического состояния объекта. В частности, если брать железнодорожный путь, то там есть два основных вида – это дефектоскопия и пути измерения, те, которые можно выполнить инструментами, то есть средствами диагностики. Также были учтены бизнес-процессы управления и, соответственно, автоматизация бизнес-процессов. Касательно диагностики, в рамках проекта были поставлены новые средства диагностики, в частности, вот приведен пример, это съемные диагностические средства неразрушающего контроля, это поставщик радиоавионика, и мобильные средства диагностики, здесь, получается, была создана уникальная разработка, совмещенный вагон-дефектоскоп путеизмеритель. Раньше это как бы сами средства эти, они не новые, они уже использовались в том числе и в Республике Казахстан, и в Российской Федерации, по-моему, даже в Европе где-то один из вагонов используется. То есть радиовионика, она делает дефектоскопию рельсов, у них используется ультразвуковой и магнитно-резонансный способ. ПИП-прогресс, это наши московские партнеры. Они поставляют оборудование для измерения пути измерения. Почему раньше это были разные вагоны, то есть у них разная скорость проведения диагностики, например, дефектоскопия, она делается до скорости, по-моему, до 60 км в час, а ПИП-прогресс заявляет, что они могут производить пути измерения на скорости до 200 км в час, ну, соответственно, в зависимости от состояния пути. Вот. Но в рамках данного проекта было решено совместить эти два средства, хоть и здесь получается, что за счет того, что дефектоскопия будет вестись на меньших скоростях, то, соответственно, поезд сможет ехать только, допустим, до 60 км в час, но на самом деле уже сейчас этот вагон ездит больше года по территории Казахстана, и он показывает, что на самом деле это привело к оптимизации работ. В том плане, что здесь, получается, совмещают, да, два вида диагностики. Вот вчера, допустим, говорили много о том, что зачастую разные виды диагностики, они могут вестись разными инженерами, допустим, и каждый смотрит только свою часть. А здесь, получается, уже они сидят буквально в одном вагоне за, грубо говоря, соседними рабочими столами, и то есть уже может, это дает гораздо больше информации для того, чтобы понимать, какое состояние у объектов путевого хозяйства. Помимо этого, естественно, используются и имеющиеся ранее поставленные как мобильные, так и съемные средства диагностики. Там есть вагон и казахстанского производство, то Тулпар у нас есть, они разрабатывают тоже вагон, который измеряет пути измерения. Бизнес-процессы по ТОРа, они проходят три стадии, да, так скажем, аудит, реинжиниринг и автоматизацию. Как уже вчера и сегодня тоже говорилось, я немножко повторюсь, то, что здесь был такой выбран подход, чтобы не автоматизировать бардак, а сначала разобраться, что же, как процессы осуществляются, что в них можно оптимизировать, и дальше уже
проводить автоматизацию. Почему была выбрана именно такая последовательность? По факту проект получился, что на самом деле аудитор и инжиниринг шел немножко параллельно автоматизации в силу независящих от нас причин. И в целом теперь мы понимаем, что на самом деле это не очень хороший подход, потому что зачастую получается, что эти работы делают разные команды, потому что аудитор и инженер без процессов и автоматизация, они, конечно, между собой очень тесно связаны, но зачастую, допустим, на аудите и на инженерии требуется немножко другая команда, нежели при автоматизации бизнес-процессов. А когда, допустим, к пользователю ходят несколько людей, задают одни и те же вопросы, у людей начинается негативная реакция, и то есть, когда не налажена коммуникация между командами. Поэтому мы как бы предлагаем теперь нашим потенциальным заказчикам именно такую последовательность проведения. И мы можем уже ее на практическом примере обосновать. Что такое аудит бизнес-процессов? Ну, кратко расскажу. То есть как он происходит. Выбирается, здесь идет идентификация всех бизнес-процессов, идентификация всех регламентирующих документов, то есть это могут быть и должностные инструкции, и приказы, и положения о процессах, об ответственных. Здесь идет наблюдение за самим процессом, анкетирование сотрудников, то есть какой процесс, как работает, какие проблемы возникают при его выполнении. Потому что документы документами – это хорошо, что есть документы, но все равно, когда мы начинаем работать с пользователями, то мы получаем совсем другую информацию, более приближенную к реальности. В результате аудита составляется отчет, который содержит описание всех этих бизнес-процессов, описание в словесном, описание в графическом. То есть вот здесь приведена модель процессов. В частности, на данном проекте применялся продукт ARIS для построения процессов, модели процессов нотации EPC. Перечень приоритетных бизнес-процессов для оптимизации, то есть идет оценка эффективности процессов, и выбираются те процессы, оптимизация которых принесет наибольший результат в ближайшее время. На данном слайде приведены более подробное содержание данного отчета. Ну, опять же, бизнес-процессы, то есть так называемые узкие места в этих процессах, определение направлений для реинжиниринга. Реинжиниринг, здесь уже идет изучение результата аудита и наложение концепции по управлению, ну, в данном случае по управлению техническим обслуживанием, ремонтом, анализ автоматизации предприятия, автоматизации как информационных систем, диагностического оборудования, измерительного оборудования. И также составляется отчет, в котором описаны все предложения по реинжинирингу процессов и их оценка. То есть какое изменение даст наиболее ощутимый эффект. И подводя итоги данного этапа на данном проекте, были применены, ну не полностью, а были выбраны некоторые аспекты концепции управления техническим обслуживанием ремонтов. Это надежное оборудование, обслуживание по фактическому состоянию. Была затронута концепция по инспекциям с учетом факторов риска и бережливое производство. По поводу ARIS я уже сказала, что использовался инструмент ARIS. И некоторые количественные показатели, я не знаю, вот читается из зала цифры. Ну, давайте я, наверное, вот отсюда, наверное, перепишу. То есть было проанализировано около 278, получается, документов. Составлено модели на этапе аудита около 640. На этапе реинжиниринга 548. Меньше, потому что были выявлены процессы, которые уже были не актуальны, или процессы были оптимизированы. Соответственно, в связи с этим уже количество моделей было уменьшено. Более 90 предложений по доработке нормативно-правовых документов и более 80 рисков было
выявлено и предложено решение по ним. Внедрение системы по управлению процессами технического обслуживания и ремонта, оно, получается, звучало как одно из направлений по реинжинирингу бизнес-процессов. То есть это не целый проект, это одно из решений данного проекта. На данном слайде приведен перечень ценностей, да, для каждого уровня организации по внедрению системы. То есть, допустим, это уровень руководства, где основной целью является стратегия. Уровень служб — это где основной ценностью является мониторинг текущего состояния, планирование и контроль выполнения работ. Уровень бухгалтерии, уровень экономистов — это учет затрат, это бюджетирование и материально-техническое снабжение. Уровень ремонтных бригад — это регистрация уже фактически выполненных работ. И одной из большой задач, которую мы пытаемся решить на этом проекте, это исключение документов в бумажном виде, потому что их на самом деле большое количество, причем большое количество бумаг, которые никуда, грубо говоря, не сдаются, да, просто они нужны для того, чтобы передать информацию от одного человека к другому. Ключевые решения, которые были применены, это интеграция с измерительно-диагностическим оборудованием, использование мобильных устройств, интеграция с ERP-системами, соответственно, автоматизация функций управления ТОРа и создание ситуационного центра. Вот такая структура приведена. Кратко давайте расскажу о ее элементах и их роли в системе. То есть на нижнем уровне у нас, получается, идет измерительное диагностическое оборудование, цель которого — это снятие измерений и выявление дефектов. Да. Я говорила про два вида диагностики. Допустим, путеизмерительные приборы, они позволяют выявлять дефекты в автоматическом режиме. А уже дефектоскопия, она требует участия человека. Но все равно у этих устройств есть собственные системы, которые позволяют завести эти дефекты в системе. У них тоже есть собственные средства для некого прогнозирования будущего состояния. Ну и для того, чтобы пользователю не надо было записывать эти дефекты на некую бумажку, а потом переводить в систему ОСУТОР, то есть эти дефекты, измерения в автоматическом режиме загружаются в нашу систему. Здесь уже выполняется их учет, планирование, контроль устранения, расчет стоимости не производится, расчет стоимости производится в SAP, в качестве ERP-системы используется SAP, куда с нашей системы передаются данные, которые необходимы, соответственно, для расчета. Ситуационный центр, он показывает, получается, информацию о проводимых работах, о планируемых работах, о складских запасах, ну, то есть всю необходимую информацию для принятия решений. И в нашем приложении Dynamics YAM есть приложение для... для мобильных устройств, целью которых является получение нарядов на исполнение, ввод дефектов и оперативное планирование. Сейчас я еще подробнее об этом расскажу. Ну, то есть, в принципе, вот то, что я проговорила, я попыталась показать на схеме, то есть вот идет диагностическое оборудование, как съемное, так и мобильное, и передача информации о дефектах и измерениях. Здесь приведен информационный поток по обмену данными с ERP-системами. То есть из ERP-системы мы получаем кадры, материалы, то есть по складскому учету, и нормы, допустим, нормы расхода материала. Передаем, соответственно, планируемые работы с потребностями, выполненные работы, затраченные материалы, используемое оборудование и рабочее время сотрудников. Так, давайте... Я хотела просто показать некоторые интерфейсы. Конечно, всю систему в рамках выступления показать нереально, но мы попытались выбрать такие самые интересные формы. Чем они интересны? Они не стандартные, да, допустим. На данном слайде приведены
приведена структура объектов, то есть в системе объекты хранятся в иерархическом виде. Объекты здесь привязаны к производственным участкам, которые ответственны за состояние этих объектов. У объектов есть линейные данные, так как это железнодорожный путь, либо искусственные сооружения, они все привязаны к линейным данным, так как пользователи привыкли ориентироваться, там, например, такой-то километр, пикет-метр у них есть, своя система. Приведена форма комплексная оценка состояния пути, то есть в системе настроена форма, где по утвержденным правилам высчитывается оценка пути, она приведена здесь по километрам, так как у пользователей один объект считается, это один километр, ну уже, соответственно, на этом километре учитывается в структуре, здесь просто мелко видно, ну, допустим, что на этом километре находятся какие-то рельсы, шпалы, земляное полотно, балласт и прочие объекты. В системе идет у объектов привязка к GIS-координатам, то есть можно посмотреть положение объекта на карте, при этом есть разные опции, где можно посмотреть либо общую информацию по объекту, либо, допустим, вывести информацию о том, какие заказы на нем выполняются, какие дефекты обнаружены и в каком они статусе. Ну и форма РШБК — это рельсошпально-балластная карта, тоже такая достаточно непростая форма у заказчика, но мы ее также реализовали в системе для того, чтобы пользователь мог в любой момент поднять ее и просмотреть, так как она ведется вообще в электронном виде, и каждый раз, допустим, бегать в отдел данному инженеру не очень удобно. Также по GIS-системе, я здесь, наверное, давайте сразу скажу, на мобильных устройствах мы реализовали такую функцию, как мониторинг перемещения исполнителей, то есть здесь вот как раз-таки приведен перечень сотрудников, по которым в системе сохранены пути перемещения, и можно посмотреть, допустим, что в определенное время он должен был выполнять наряд на каком-то объекте, а он в это время находился вообще где-то в другом месте. На самом деле данная опция, конечно, встретила большой негатив со стороны пользователей, но тем не менее руководство ее использует. Журнал дефектов, то есть мы рассмотрели объекты, у объектов есть паспорта, у нас в системе имеется конструктор паспортов, то есть для того, чтобы можно было реализовать все виды паспортов без участия разработчиков, так как на железной дороге очень разнообразные технические паспорта. То есть у них не просто линейные поля, у них, например, если этот объект идет километр, то на одном километре, там, с такого-то по такой-то метр, могут лежать разные рельсы, разные шпалы, то есть разная атрибутика, то есть у них могут быть и табличные списки, и линейные поля, и это все может быть вместе компоноваться, поэтому мы на это все посмотрели, решили, что разрабатывать каждый паспорт у нас займет гораздо больше времени, и мы реализовали уже для пользователей конструктор паспортов, которым обучили пользователи, они сами добавляют поля, как им необходимо. Журнал дефектов. Основные атрибуты — это код дефекта, причина. Причина зачастую есть утвержденные справочники, где прям для каждого кода перечислен либо список причин, либо, допустим, одна причина. Он поставляется автоматически, и при необходимости пользователь может уже вводить дополнительные данные. Привязка к типу объекта, то есть для того, чтобы нельзя было дефект рельсы привязать к дефекту шпалы. Степень развития, история развития, учет дублей, так как, допустим, диагностика пути выполняется по главным путям, это минимум два раза в месяц проезжает такой вагон, и за это время могут не успеть все дефекты устранить, и у нас учитывается, что, допустим, этот дефект уже там, полтора месяца, допустим, в системе зарегистрирован, но по нему не запланировано устранение. Также GPS-координаты, которые потом будут полезны, я покажу на мобильном устройстве, и также они показываются на GIS-карте, которую я показывал в предыдущем слайде. Ну, соответственно, исходная информация по диагностике по измерению, это хранится, есть реестр измерений, реестр диагностики. В диагностике это хранится информация об объектах, которые были проверены, какие дефекты были обнаружены. Измерения — это уже, то есть
снятие измерения объекта, если, ну, чтобы подтвердить, что объект был в нормальном состоянии. Также дефект либо проведенный ремонт может повлечь ограничение скорости или закрытие перегона. В системе реализован так называемый поезд предупреждения. Здесь вот приведен, так, я забыла про стрелочку. В графическом виде есть в виде списка, то есть что это значит? Например, на рельсе обнаружили острый дефект, который по нормативам служит для того, чтобы здесь либо ограничить скорость, либо вообще закрыть перегон до того, пока эта рельса не будет заменена. Соответственно, в системе вводится это предупреждение интеграции. Вот это предупреждение идет в ситуационный центр. С ситуационным центром уже работает поездной диспетчер, который видит это ограничение и дает уже команду локомотивным бригадам. По истечении определенного времени это ограничение снимается. Еще я хотела сказать про такое понятие, как окно, которое есть на железной дороге. Кто-нибудь слышал про такое понятие? Да? То есть здесь речь идет о чем? Если идет ремонт железнодорожного пути, то нужно предусмотреть, чтобы обеспечить закрытие перегона, чтобы по этому пути, по этому участку пути не шел поезд. Это также еще влияет на охрану труда. В системе есть такой реестр окон, но на самом деле в САПе, допустим, он называется отключение объекта, то есть там есть такое понятие, как заявка на отключение объекта, то есть объект, когда он постоянно работает, что... Так, я, наверное, не тот слайд. Убрала на слайд про окна. В системе есть для каждого объекта график его эксплуатации. Есть такое понятие, как плановые окна, есть такое понятие, как оперативные окна. И то есть, когда в системе планируется заказ и выбирается технологическая карта, а в техкарте уже есть привязка того, что на эту работу должно быть обязательно выделено окно, именно в размере, там, допустим, 2-3 часа, то система не пропустит этот заказ дальше в работу. Соответственно, реестр технологических карт здесь идет. Полностью полная информация, перечень операций, нормы времени, материалов, требования к исполнителям. Здесь включаются должности, категории, количество, какое необходимо ремонтное оборудование использовать, привязка к типам объектов, то есть, чтобы нельзя было технологическую карту по мосту назначить на светофор, например. И привязка к типу дефекта. Для чего? Чтобы, когда мы будем планировать устранение определенного дефекта, у нас была фильтрация технологических карт. Ну, это сделано для того, чтобы пользователь не искал там просто сумасшедшие объемы технологических карт, чтобы он не запутался в поиске. Оперативное планирование ремонта, то есть назначается ответственный исполнитель, выбирается технологическая карта, указывается исполнитель, причем исполнитель может быть выбран как хозяйственным способом, так и из справочника выбрана подрядная организация. Назначаются материалы со склада, которые автоматически резервируются на этот заказ, ремонтное оборудование, которое необходимо для проведения работ, сроки, ну и окна, соответственно, как я ранее говорила. Здесь вот тоже приведены формы, вот как раз форма, где идет график объектов, то есть здесь как раз-таки идет запрос окон. И мобильное приложение. Оно у нас реализовано для всех трех мобильных платформ, то есть это Android, iOS и Windows. Функциональность. Изначально функциональность была заявлена как ввод обнаруженных дефектов, исполнение нарядов, ну, ввод измерений, вторичный контроль дефектов. В процессе уже эксплуатации мы пришли к тому, что на самом деле человек, который планирует устранение дефектов, он находится на рабочем месте только, ну, за компьютером только 20% своего основного времени. 80% своего рабочего времени он находится где-то либо на объектах, то есть обходит участки, проверяет, как выполняют работу его ремонтные бригады. И поэтому было решено, что на мобильное приложение мы добавили функцию по мониторингу объектов, состояния объектов и по планированию работ на их устранение. Вот как раз таки я говорила, что для дефекта указывается GPS-координата, то есть на мобильном приложении вот таким образом оно отображается, то есть человек даже может видеть, сколько, грубо говоря, метров ему нужно еще пройти, чтобы найти этот дефект. Так как объекты линейные,
то есть это, допустим, там километр, чтобы он не потерялся. Также в системе реализованы, ведутся полностью организационная структура для того, чтобы контролировать, какие ресурсы назначаются на исполнение, то есть какие исполнители назначаются на выполнение работ, чтобы можно было проверить их квалификацию, чтобы можно было задать необходимое количество, иначе заказ работы просто не уйдет. Графики работы, табеля, смены. По планам получается, у нас 2015 год должен быть под знаменем завершения пилотного проекта. Мы сейчас к этому идем. Составили список план работ, которые необходимо нам выполнить, чтобы пройти эту стадию. И планируется, что с 2016 года будет тиражирование по остальным предприятиям путевого хозяйства, их порядка 40 в Казахстане. Я стараюсь так кратко, надеюсь, что все понятно. Проект АСУ-ВРД, основной объект автоматизации – это вагоноремонтное депо, аббревиатура ВРД, и, соответственно, система называется АСУ-ВРД. Цель была – это предоставление центральному аппарату оперативной информации, так как центральный аппарат находится в Астане, а ВРД они находятся распределены по территории Казахстана, и не всегда центральный аппарат в курсе, что там происходит, какие работы выполняются. Это идет сбор и хранение информации, и сокращение бумажного документооборота. Вот таким образом в техническом задании была представлена требуемая архитектура системы, то есть здесь вы можете видеть перечень подсистем, которые... Не хочет стрелочка работать. Вот здесь приведен перечень информационных систем, то есть подсистем, и мы видим, что какие подсистемы должны обмениваться данными с друг с другом. Приведен перечень армов, которые необходимо было реализовать в системе, и примерный список процессов. То есть нормативно-справочная информация, процесс, который может быть как параллельный, последовательный, документооборот и сравнение планов фактов. Почему именно так принципиально выделялся одна из причин, как снижение бумажного документооборота? Вот также приведена схема тоже из технического задания, где приведена принципиальная схема, да, документооборота именно на вагоноремонтном депо. То есть, как мы можем видеть, здесь большое количество документов формируется, причем много документов формируется для того, чтобы вот просто передать информацию от одного человека к другому. Чтобы, допустим, там не говорить по телефону или там передавать через кого-то. Здесь перечислен ход процесса. Ну, давайте кратко скажу, что когда вагон поступает на ремонт, его осматривают, запрашивают, есть такая система СОУП на территории России, она также используется, это вообще система по СНГ, где учитываются все вагоны. Там хранятся паспорта по каждым вагонам, в этих паспортах хранится информация обо всех проведенных ремонтах, обо всех замененных, отремонтированных деталях. То есть задача здесь такая, когда вагон поступает на ремонт, необходимо эту информацию запросить, положить в систему, чтобы она была. Далее идет сравнение с фактическим состоянием вагона. То есть вот там очень часто бывает, что деталь на самом деле имеет другой номер, то есть не тот, который пришел из данной внешней системы. Составляется тоже в этом акт. Есть акты отсутствия деталей, то есть, допустим, при осмотре выясняется, что некоторых деталей не существует. Далее вагон разбирается, некоторые его узлы распределяются в разные цеха, которые занимаются ремонтом именно вот конкретных узлов. После чего в этих цехах дополнительно детали вагона производится неразрушающий контроль, то есть диагностику, выявляют дефекты, устраняют эти дефекты, и в конечном итоге вагон собирается и выпускается из ремонта. И также вся информация о ремонте в
выгружается в особое. То есть все эти процессы, они реализованы в особое, да. То есть и их учет. Схема здесь похожа. Ну, здесь уже нет ситуационного центра, есть СОП, и здесь мобильное приложение, оно используется, ну, может использоваться как на, допустим, планшетах, на мобильных устройствах. На ВРД это используются терминалы. То есть терминалы стоят в цехах, где бригадиры смотрят, какие задачи им поставлены, и работают с терминалами. Также приведен реестр технологических карт. Графики работы для них очень актуально, так как там идет посменная работа, то есть вагон ВРД работает круглосуточно, ну, на производственный цех. Складской учет, то есть перечень складов, перечень материалов на складах, функции перемещения, поступления, списания, резервирования. Реализована интеграция с Абу-Фаворит по загрузке остатков, то есть на конец месяца. В автоматическом режиме не получилось сделать с ними интеграцию, то есть там идет интеграция полуавтоматическая. Реестр объектов тоже была проблема такая, что когда приходит вагон, необходимо фиксировать все его узлы, все его составляющие, то есть также неограниченное вложение иерархии, где можно указать количество деталей, их номера, паспорта точно так же завести. Мобильное устройство здесь используется тоже как для планирования работ наряд мастера, но, конечно, он достаточно такой для оперативной работы, чтобы быстро там назначить какую-то работу. Более удобный интерфейс — это, конечно, на персональном компьютере. И наряд исполнителя, где исполнитель видит, какую операцию необходимо ему выполнить, он указывает, когда он ее выполнил, какие ресурсы при этом затратил, кто был исполнителем, какие материалы были затрачены. И отчеты, то есть различные отчеты, вот как раз-таки та большая схема по документообороту, которую я до этого показывала, мы реализовали таким образом, что идет когда процесс, то есть у заказа, у наряда есть определенные статусы, то есть в зависимости от этих статусов разным пользователям доступны разные виды отчетов. И таким образом мы не загрузили интерфейс тем, что можно выбрать сразу там любой из 15 отчетов, когда, допустим, конкретному пользователю необходимо формировать только, допустим, например, для примера 3. То есть сделали максимально простой интерфейс для того, чтобы пользователям было как можно комфортнее и удобнее работать в системе. Ну и также по планам у нас, получается, закончилась опытная эксплуатация еще весной этого года. Вот. И сейчас планируются работы по тиражированию у данного предприятия. Есть еще 3 ВРД на территории Казахстана, то есть по тиражированию данного решения. Причем здесь будут учитываться, что у определенных ВРД, у них есть собственные некие бизнес-процессы, которые работают только у них, ну, то есть, соответственно, донастройка под их задачи. Так, ну вот, если кратко, давайте, если есть вопросы, то я... Спасибо большое, коллеги, вопросы. На слайде 52 был терминал, где говорит о мобильных устройствах. Для чего этот терминал? Этот терминал, он стоит в цехах производственных, да, то есть ВРД — это такой большой, ну, по сравнению, наверное, вот здесь, я слышала такие цифры, 3000 человек, не такой большой завод, но есть цеха ремонтные, и у исполнителей, бригадиров, они с этих терминалов получают наряд заданий, то есть чтобы их не печатать и раздавать людям, они подходят к терминалу, там реализована авторизация через электронно-цифровой ключ, то есть подставляют, видят, какие наряды, допустим, им нужно выполнить за сегодня, отмечают, что вот этот наряд они берут в работу, после того, как они его выполнили, они отмечают, что они его сделали. Соответственно, мастер получает уже оповещение, что этот наряд начат, этот наряд закончен для этого. Но они при этом эти же наряды они не печатают? Нет. Прямо? Да. Да. Это удобно? Людям нравится?
Ну, им удобно, но сейчас не до конца еще утверждены как раз-таки вот должностные инструкции. То есть вот один из вопросов, который тормозит тиражирование, это то, что еще не утверждено официально, да, что полностью отказываются от бумажных вариантов. То есть там в какой-то определенный момент кому-то приходится все равно это все подбивать. Но на самом деле это гораздо удобнее, чем, например, нести бумажку. Очередей нет, там, в принципе, достаточное количество закуплено, там не так много бригадиров, то есть бригадир, да, который руководит бригадой, и только он работает с терминалом, то есть не нужно каждому исполнителю подходить и работать. Вопрос с интернетом у нас. А, с задачей? Активный есть человек, задача ситуационного центра в проекте. Да, в проекте. Да, в проекте СУ «Магистраль». Я как бы, да, его обозначила, но не рассказала. Получается, задача ситуационного центра – это он предназначен для руководителей, да, то есть чтобы руководство открыло страницу, он реализован для веб-браузера. Там есть у них разные суточные отчеты, которые либо несколько раз в сутки подаются отчеты, то есть там такая сводная больше информация. Информация о самых критичных дефектах, информация о самых важных работах выполняется, информация об окнах, о поездах, предупреждениях. То есть это для того, чтобы руководство зашло в систему, увидело текущую ситуацию и, ну, приняло какое-то решение. То есть это не центр, как люди, которые сидят там? Нет. Ну, в нем работают диспетчера. Это функциональная система. Да. Да, в нем работают диспетчера, то есть как можно сказать, да, что они видят там, что наряд начался, значит, ну, тут, в принципе, по окнам. В смысле, диспетчера в основном работают в ситуационном центре по окнам, так как это тоже достаточно серьезная задача. Вот, в принципе, пока все. Понятно, спасибо. Коллеги, ну, я думаю, что просто сил на вопрос уже нет, да? Ну, на самом деле, вот если остались коллеги, которые в интернете, у вас же есть там компания «Транка», которая у нас, слушайте, вы знаете такую компанию? Нет. Может быть, будет интересно пообщаться с ними, они, собственно, занимаются локомотивом. У нас есть проект по локомотивному депо. У нас есть система, которая формирует электронный маршрут машиниста. Ну, там такая большая система, на которой это же тоже реализуется. Мы вот делаем как часть. Возможно, коллеги из того проекта сталкивались. Ну, на самом деле, да. Ну, они их не про проект, они как состояние такого раздумья. Что вы делаете? А вы планируете все-таки выйти на российский рынок и в железные дороги ЖД попасть? У нас на самом деле есть ряд отраслевых решений, то есть мы не только на железную дорогу ориентированы, у нас есть решения, мы делали прототипы и для нефтедобычи, для нефтепереработки, для металлургии, в частности это Arcelor Mittal Timirda у нас был, ну такой как сказать, предпроект. Просто в РЖД вас САП там съест, наверное. Ну, с САПом, да. Мы, кстати, с ними столкнулись на СУ-магистрали, но нам удалось их победить. Спасибо.